Несмотря на рабочее время, сегодня на улице Оргтруда многолюдно. Для жителей микрорайона сделали подарок. У них появилась долгожданная хоккейная коробка. Для местных мальчишек игра в хоккей на этом месте уже традиция. Спортивный корт был здесь еще в 80-х годах. Но этим летом старая площадка пришла в негодность. Коробку демонтировали, но пообещали восстановить в прежнем виде к зиме. И вот сегодня началась ее вторая жизнь. Администрация установила вокруг коробки освещение. И теперь, надеются жители, здесь можно будет играть в хоккей и кататься на коньках до позднего вечера. Хоккейная команда «Химик» – это завода, химического завода Владимирского, хоккейная команда. Для них завод, профсоюзный комитет завода, построил эту хоккейную площадку. Она куплена в советское время, в 80-е годы или даже раньше. Она тогда простояла, ей ничего не сделалось. И сейчас она еще прослужит очень много. Почему? Она сделала из очень прочных материалов. Гостей праздника развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, а также творческие коллективы местного ДК. Маленькие гости праздника получили сладкие подарки и посмотрели на показательное выступление фигуристов. Мы так возмущались, что детям зимой негде будет кататься. А сейчас такую площадку хорошую открыли. Мы очень рады. Не только здесь дети катаются, но и взрослые. Приходят вечером все с семьями. Дополнительным подарком для собравшихся стал товарищеский хоккейный матч между дворовыми командами микрорайонов Оргтруд и Лесной. Переходящий кубок в итоге получили гости, которые одержали решительную победу со счетом 0-4. Замечательно. Относительно прошлых лет лед залит, ну, шикарно. Есть разметочки, детям приятно, наверное, будет. И если погода не подведет, будут постоянно здесь играть. Глава Фрунзенского района пообещал, что в следующем году в Оргтруде появятся новые спортивные сооружения, столь необходимые жителям. Ну а пока и дети, и взрослые планируют активно осваивать коньки. Никита Каргаев, Константин Миронов, Егор Хрыбко, 6 канал.